О, цвести будут пальмы. Видите, какие бутоны? А цвести они у нас будут в июле, в августе. Эх, Олимпийский парк. Там такие соцветия могут быть до 3 метров свисать вниз. Посмотрите, сколько бутонов. Восхитительно. Надо будет здесь отдельное видео снять. Привет. Ну, как обычно, гуляем около дома в Олимпийском парке. Восхитительный сегодня день. Вчера такой ливень был. Жесть. Сразу 25 июня 2015 года вспомнилось. О, слушайте, а сегодня, кстати, тоже день клевый. Посмотрите, как восхитительно цветет бересклет Форчуна. Сейчас я запишу отдельное видео. Сегодня много людей. Ну, оно и понятно. Высокий сезон у нас в Сочи. Класс. Сегодня зноя нет после ливня. Отлично. На детской площадке свободных мест нет. Это классно. Ты не устал? Нет. Все, занято. Машину украли. Очень сильно, можно...
Солнце садится, но разве это останавливает? 10 лет. Смотрите, какие классные облака. Уже подсветка включилась. Чувствую, мы здесь надолго. Ну, на несколько часов точно. Назад будем ехать уже по темноте. Количество детей не уменьшается. Наоборот, люди тянутся с Олимпийского парка потихонечку. Так, пойду пройдусь. Очень сильно. Дети играют в прятки на детской площадке. В прятки, вот здесь. Вот, жалко, в этот момент я не записывал. Они подъехали ко мне, вот здесь на площадке, это идеальные дети. И говорят, мы хотим домой, мы устали. Вот они, вот они. Класс. Так и сказала, хорошо?